Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино. Сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием «Старушки в бегах». Сюжет сериала «Старушки в бегах» второй сезон. Продолжение лирической комедии о трех закадычных подругах Зине, Лиде и Катерине, которые решили на пенсии пожить для себя, сбежали от своих взрослых детей и отправились в путешествие по стране. В новом сезоне совсем еще молодым старушкам придется столкнуться с проблемой посерьезнее. На этот раз в бега ударились мужчины, однако подруги точно знают, что под лежачий камень вода не течет, и отправляются в новое путешествие на старенькой синей Волге. «Старушки в бегах» второй сезон содержания. Четвертая серия. Катерина становится объектом страсти любвеобильного директора ресторана Гиви. Варвара, положившая глаз на Гиви, видит в Кате опасную соперницу и незамедлительно устраивает ей сцену ревности. Катерине приходится разбираться с Гиви, Варвара и, главное, решать, что делать с Виктором, который снова хочет стать частью семьи Кати и Дины. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий и подписаться к каналу.